В данном случае данная процедура выглядит как лишение, но по закону это трактуется как приостановление деятельности, действия, вернее, водительского удостоверения должника. Указанная мера применяется при наличии задолженности по алиментам свыше 10 тысяч рублей, по причиненному ущербу преступления, моральный, материальный вред, а также неуплаты должником административных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей, либо нарушение должником порядка, установленного судом, общения с ребенком. До исполнения, значит, должником требований исполнительного документа, то есть до погашения суммы долга.